Мы с вами находимся в киноконцертном зале «Октябрь». Это самый большой киноконцертный зал в Сахалинской области. Здесь 522 посадочных места, и здесь самый большой в области экран. Организованными группами воспитанники Троицкого детского дома «Звездный» гуляют по коридорам кинотеатра. Школьникам представилась уникальная возможность заглянуть в помещение, доступ к которым имеет только персонал учреждения. Значит, смотрите, если раньше у нас кинофильмы на чем приходили, кто знает? На кинопленках, и стояли кинопроекторы. Сейчас все это у нас фильмы приходят на флешках, на жестких дисках, через интернет официально. И фильмы у нас загружаются не проектор, а загружаются на специальный компьютер. Сервер для кинопоказа, вот он здесь у меня находится, вот в этой стойке. Сердце кинозала «Аппаратное» первое открыло двери для ребят. Мальчиков, конечно, сразу привлекло оборудование для показа фильмов. Девочек больше удивил шум и холод, которые стояли от массивной техники. Группа состоит у нас с 12 лет до 16. То есть разновозрастные дети. Кто-то, может быть, задержится здесь, немножко зацепит интерес их. Может быть, кто-то придет работать, кто-то пойдет учиться по этому профилю. Не обязательно все, но может быть кто-то. Хотя бы один – это уже хорошо. Ознакомительные экскурсии в октябре проводят с 2016 года. Посетить тайные комнаты приглашают детей из разных образовательных учреждений региона. В программу визита также входит знакомство с системой объемного звука в кино и показ демонстрационного ролика. Оптимальное количество людей для экскурсии – это 30 человек. Не потому, что мы не можем физически принять больше, просто если ребят больше, чем 30 человек, то помещения небольшие, киноаппаратные, гримерки, и им будет тесно, и та информация, которая рассказывается на экскурсии, они просто не усвоят, потому что не будет слышно. Полученные знания детям понадобятся. Если не в жизни, то в конце экскурсии точно. Для ребят из Центра «Звездные» провели викторину по усвоенному материалу. За правильные ответы награждали попкорном. А кто запомнил, в каком году был открыт киноконцертный зал? В 1967. Я специально запомнила. Все хорошо. Сегодня в киноконцертном зале «Октябрь» устраивают около 50 экскурсий в год. Чтобы посетить их, необходимо предварительно записаться. Подробная информация размещена на сайте Сахалинского кинодосугового объединения.